Ветераны, предприниматели, рабочие и служащие – все они делают Нефтекамск таким, какой он есть, передавая из поколения в поколение любовь к родному городу. Со словами признательности и благодарности за труд к собравшимся обратился глава администрации Эльдар Валидов. Сегодня хочу сказать спасибо нашим ветеранам, отрасли, труженикам тыла за наш большой процветающий город. Город, который сегодня мы имеем. Мы, вот сегодняшнее поколение, благодарим всех тех, кто стоял у истоков развития города. Кто его строил, кто закладывал первые кирпичи, кто закладывал кирпичи, фундамент образования, здравоохранения, культуры, спорта. Наша задача всего нынешнего поколения – продолжить те добрые традиции. Продолжить закладывать кирпичи фундамента, ну, наверное, уже стен, крепких стен. Мы уже такие, в 61 год наш Нефтекамск уже прочно стоит на ногах, прочно стоит на фундаменте. И сегодня мы строим крепкие стены, чтобы было уютно, тепло. Торжественное награждение благодарственными письмами и грамотами прошло под бурные овации зала. Благодарственным письмом Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан поощряется Фаздиев Марат Раифович. Почетной грамотой администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан награждается Ардуганова Лилия Сергеевна, маляр отделочных работ муниципального унитарного предприятия «Нефтекамскстройзаказчик». Ахметшина Инзиля Мазитовна, шеф-повар государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Нефтекамская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Дамиру Габдуловичу Шайхудинову была вручена медаль за заслуги перед Нефтекамском. Вся история нашего города прошла на его глазах. Вся его жизнь была посвящена родному городу. Шайхудинов Дамир Габдулович. Председатель Нефтекамского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Я помню Нефтекамск, когда вот здесь бизнес-центр у нас, там начиналось ржаное поле. И помню вечерами, я сейчас не помню, может быть, это не каждый день, наверное, по выходным, и были вот здесь на площади пятачки, марийские, татарские, башкирские, русские пятачки. И приятно, что город на моих глазах за все эти годы стал одним из, наверное, красивейших городов нашей республики. Да, наверное, не только нашей республики. Бывая в других городах, видишь, как относительно все познается в сравнении. И особенно сейчас, в последние годы, вообще, конечно, уже любуешься городом, что он, можно сказать, не с каждым днем, с каждым часом становится и красивее, и уютнее. Для собравшихся Нефтекамск не просто город. Это место, где они становились как личности, как профессионалы, где создавались семьи, росли дети. В город Нефтекамск я приехала еще совершенно неопытным, молодым, худеньким врачом, врачом-педиатром. И для меня это становление как человека, становление как врача, становление, ну вот полностью, это мой город. У меня здесь семья появилась, чтобы каждый человек, который жил в этом городе, чтобы он гордился своим городом, и чтобы он бесконечно любил его, чтобы отдать все свои силы, всю свою энергию на становление нашего города. Своим трудом, профессионализмом, верностью профессии нефтекамцы создают наш город и прославляют далеко за его пределами. Ксения Белалова, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».